Этого дня ждали не только конкурсантки, но и сами школьники. Ведь главными действующими лицами на этот раз были классные коллективы, которые вложили в свои яркие номера не только массу усилий, но и огромное желание принести победу своему кандидату. Перед началом конкурса финалистам пожелали удачи. Вместе с Андреем Робертовичем хочу пожелать вам доброго соревнования, хороших улыбок и показать, что вы научились за многие годы и показать себя на этом конкурсе. Хорошего вам настроения, хороших и добрых выступлений. А вот и они, финалистки марафона. Именно эти женщины смогли дойти до заключительного этапа конкурса, выстоять в нелегкой борьбе за звание лучшего педагога. Еще в ноябре их было 13, а сейчас перед нами 6 учителей Одинцовского района. На суд жюри, которое возглавила директор Одинцовской гимназии номер 11 Наталья Драчева, каждая конкурсантка представила портфолио своего класса. Поддержать классных мам пришли не только коллеги и ученики, но даже родители. Время жизни летит так стремительно, как понятнее самое главное. Я спрошу у своего учителя. Научите, Галина Станиславовна. Как стать лидером, сильным, решительным, чтобы добиться успеха немалого, спросим у своего учителя. Научите, Галина Станиславовна. Каждое выступление отличалось оригинальностью идеи, творческими находками и удивительным артистизмом. Конкурсантки постарались проявить всю свою фантазию, поразить членов жюри вокальными и танцевальными способностями. Аплодисменты буквально не смолкали. И вот по единодушному решению жюри победителем конкурса стала Светлана Асуровская, учитель второго лицея. Второе место завоевала Татьяна Катышева из Маловеземской школы. А почетное третье место досталось Галине Кузьминой, педагогу из шестого лицея. Как отметила председатель жюри Наталья Драчева, в педагогическом марафоне 2017 проигравших нет. Они все победили. Очень всегда сложно судить, потому что они все лучшие, они все креативные. Здесь показана вся та работа, которая шла с ноября месяца, вот она воплотилась в этом финале. Я считаю, что все они победители, что все они вошли, потому что вот эта шестерка – это лучшие из лучших нашего Одинцовского муниципального района. И я им пожелаю не опускать руки, потому что они сегодня не проиграли. Все были очень достойны. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».